Магазин для кладоискателей и любителей приборного поиска у Деда Мики. Рекомендую. Ссылка на магазин под видео в описании. Также не забываем про промокод «Странник». При покупке МД получаем бонусы или скидки. Ставнаки проезжали спокойно. Кто-то уже поездил. Ну, тут нормально гари поддали. Трактора, смотри, газовали-то. Дорога, да, смотри, клещи такие, не знаешь, где ехать. Ну да, я вот еду, выбираю, где мне. Погода разгулялась немного. Такая у нас сегодня погодка. Время обед. На улице порядка 20 градусов. В общем, можно сказать, лето настало. И мы с вами сейчас направляемся на деревушку и сегодня с вами немного пошурфим, посмотрим по настроению, до самого вечера пошурфим или нет. В общем, будет видно. Вот здесь идем сейчас вдоль овражка, по правой стороне деревушка была на той стороне у нас. Деревья огромные. В общем, место-то красивое здесь. Сегодня сейчас летом. Открываются красоты местной деревни. Здесь тоже где-то два домика стоял с этой стороны. Но нам на ту сторону. Там липы. Просто, к сожалению, у меня камера почему-то упорно отказывается прям масштаб показывать, старается уменьшить. Сейчас через овражек пройдем. И окажемся на месте, где сегодня мы с вами будем шурфить. Легкий ветерок нам в помощь. И вот сейчас мы с вами уже идем, можно сказать, по самой деревне. Какие находки здесь были раньше, перечислять не буду, так как нет особого смысла это делать. Могу сказать, что здесь в этой деревне было порядка 20 дворов. Верха, конечно, здесь выбиты. Ну, может быть, что-то и попадется, конечно, но в основном выбиты. Ну, а мы сейчас вот здесь будем шурфить. Вот он, фундамент наш.
его попробуем покопать. Монитосик у нас появился на белый свет. Копеечка александровского формата. Именно сейчас посмотрим. Состояние-то у нее хорошее будет. Это точно уж вижу и так. А вот год 1800. Сейчас не увидим. 1800 какой-то год. Забираем. Наше место дислокации. Ну тут. Знаешь, что роешь? Че? Роешь? Ну, процесс идет, здесь уже закопано. Вот здесь уже стена. Вот на печка. Это вот стена уже вот торчит бут. Сейчас немножко скинем еще. Ну и перемес идет кирпича. Всякое всячина попадается. И тут у нас был сигнал один сначала. Вот этот. Был вот этот вот сигнал. Это, как видите, кошелек с остатками кожицы. Кошелечек старенький. Видно, что старенький. Может, даже где-то что-то на нем написано. Не знаю. Какой-то. И, в общем, потом выкопал. Два отсека в нем было. Вот он, собственно говоря, весь сам кошелек. С двумя отсеками был. Но, к сожалению, пуст. Потому что вот углубился, это место все обкопал. Сигналов там цветных больше нет. Черный бьет сигнальчик. Сейчас будем прокапывать все равно. Вот такие дела. А мог бы быть с монетками. Еще немного прокопали. Появилось на божий свет. Ну, по всей видимости, остатки пуговицы. Посеребрённый. Здесь, наверное, медь. Потом попробуем отмыть, посмотрим, может, там что изображено на ней, конечно же. Может, и ничего. В общем, такая пуговичка. Там в том углу Алексей шорох наводит. У нас тут еще монетка. Причем такая вся замечательная получилась. Это полушка. 1736 год. Можно сказать, в идеальном состоянии. Такой перемес попадает. Строили небольшой перекур-передышка. Потому что что-то хотели. Погода хорошая, да? Типа. А
Тут на тебе резко, 20 с лишним, еще причем место открыто такое, да, смотри? Ага. Прям как раз прям. Что мы даже разделись. Не знаешь, какая погода лучше, да? Вполне вот так комфортно. Ну, комфортнее, да, только мушкара начала тут жару поддавать опять. Ну, так все засыпается. Сейчас иду уже вдоль стенки. Ну, тут еще на белый свет появились 10 копеек. Они очистятся, конечно, хорошенькие будут. Как правило, не всегда почти. Сейчас налипал там какая-то гадость на нее. Не сильно разглядишь, что там. Десяточка. Бывают редкие монетки, но в основном они все стоят копейки. Так как тиражи были огромные. Да и сделаны из низкопробного серебра. Что там? Что? У нас, да, погода никак не отпускает, хоть уже вторая половина дня, но все равно жарковато, конечно. Здесь дорожка раньше была вот деревенская. Мухоты очень много, вот здесь заболоченные места. Очень много мухоты летает. Так, красота. Двигаемся вдоль стенки потихоньку, где-то 2,5 штыка, и на белый свет у нас появился пузыречек. Такой формы, он как бы форма симпатичная, но не клейменный. Такая находочка. Красавица. Ну, его видно, да. Продолжаем идти вдоль стены. И потихонечку, нет-нет, у нас появляются находки. И в этот раз у нас появился крестик. Крестик, конечно, поздноватый, но все равно приятный. Особенно для меня такая находочка. Иисус Христос, все читается, видно. Красота. Вот так вот выглядят шурфы. Сейчас настроится вот. Все это засыпается, и ям не остается. Это правильный шурх называется. И вот перед вами монетка. Монетка у нас уже серебряная. Николая II, 15 копеек, 906 год. И, скорее всего, в бодром состоянии. Ну да. Состояние, как видите, шикардос.
немножко уже что-то подустали. Сейчас еще вот немного нам все заканчиваем сегодня. Вот. Монитосик. Это же александровского формата, пока не видно. К сожалению. Какой год. Но сам факт. Монетка есть еще. Вот еще 1900 какой-то, короче, вроде видно. У нас еще монитос. Но он лежал почти на поверхности. И вот в такой какао превратился. Даже непонятно, что это такое. По крайней мере, пока. Да, хрен разберешь. Какой-то монитосик. Еще на белый свет появился шедевр. Без камня, правда. Серьга. Серебряная. Там что-то написано на ней. Сейчас попробуем рассмотреть, что на ней написано. Ну, вот мы сейчас на увеличении. Ну, что-то пока не разобрать, что-то написано на ней. Более детально она выглядит вот так. Потом разберемся. Пломба. Неизвестная. Вот такая, может, совковая. Фиг его знает. Непонятная, в общем, пломбочка. Ну, тоже находка. Ну, у нас сегодня еще вот серебришко нарисовалось. Сейчас попробуем глянуть, что там у нас за пробы. Что-то написано вон там внутри. Сейчас попробуем рассмотреть поближе. Так, вот поближе, но пока тоже не могу понять, рассмотреть, что там написано в ней. Ну, два клейма стоит точно. Алексей там борется с сигналом. Ну да, какой-то бредовый. Тем не менее, хочу вам показать. Ну, не шедевральная находка, но такая симпатичная в виде фляжечки. Вот с таким вот узором. Без клейм, но с таким узором. Попался такой флакончик. Наверное, может быть, из-под духов, скорее всего. Вот такая прелесть. И сразу же еще покажу вам два. Вот все. Уже медицина. Советские. Мы их не берем. Просто сам факт, что это не целенькие есть. Оставляем здесь. Ложечка алюминиевая. Ну, это ранее советская. По форме видно. Такие еще попадаются, такой формы попадаются медные. Надписей никаких нет на ней. Обычная алюминиевая ложка. Ну, как бы тоже мы ее не берем. Соответственно. Опа. Ставим с бутылочками здесь. Может быть, потом кто-нибудь себе заберет, кому-то нужно будет. Ну, все, на сегодня мы закончили. Сейчас сразу практически переходим на ту сторону и пойдем влево, чтобы не скакать лишний раз.
Вот деревья старые, яблони впереди. Там справа течет речушка. Мы как раз вдоль нее идем. Ну, этот ручей, он уже, соответственно, весной впадает в эту речку. Места сами можете видеть. Тем более в такую погоду места-то прям загляденье. Травка начинает подниматься. Ну и погода на улице соответствующая. Ну, здесь, по сути, вот сейчас идем, и ручей уже пересох. Очень быстро, буквально за два дня вот погода постояла, и все так хорошо подсушило. Местами есть сырость. Лесные дороги еще, конечно, все в грязище, но нам погоду здесь обещают вроде бы всю неделю, чуть ли не летнюю, да не чуть ли, а летнюю. Нам еще нужно успеть попасть в одно место. Точнее, место одно, направление, а вот три места там в радиусе километра друг от друга. Пока трава не встала, нужно разведать. Фу, бугорочек, да, такой? Ну и вот они, все прелести. На этой стороне сама деревня была. Большая была, да. Нам, по сути, до машины было 1,7 метра. И вот практически будем идти все это время вдоль деревни. Подустали сегодня. Да жарко, конечно. Направляемся к автомобилю. Ощущается по голосу отдышка. К машине подходили. Лёхе говорю, неужели мы пришли? Да, что-то сегодня тяжко как-то. Немного. Фу. Аж дух зашелся немножко. И ладно. Сегодня наша с вами поездка закончилась. Так, неплохо, я считаю, сегодня с находками, серебришко. Выдающегося такого ничего нет, конечно, но некоторые моменты приятные были. Сейчас собираемся и уматываем до дома отдыхать. Ну, а вам хочу пожелать хорошего настроения, тем более лето впереди. А как известно, хорошее настроение всегда приносит удачу, позитив, здоровье. Ну и увидимся на нашем канале. Не забываем нажать кнопку подписаться и заходим в наш паблик ВКонтакте. Ссылка будет под видео в описании. Всем пока-пока.
бачу берегов.